дорогим друзьям, моим гостям канала, подписчикам. Рада видеть всех у себя на канале. Всех с Новым годом, всем здоровья, счастья. Я уже желала и еще желаю в течение, как я всегда говорю, день рождения. Поздравления принимаю в течение года, поэтому и с Новым годом счастья и здоровья можно желать круглый год. Рада всех видеть. Хочу сказать, что у меня возникла идея, ну идея не новая, конечно, подсмотренная у моих любимых блогеров, которых я люблю, на которых я подписана. И у меня возникло желание показать работы по моим видео моих подписчиков, моих девочек из группы. И кроме того, я хочу показать их личные работы по их личным идеям. Я не знаю, где они их брали, придумали сами или вдохновились в интернете, но хочу показать работы и по своим видео, и просто моих друзей, моих подружек и моих подписчиков. Приятного просмотра, рада, что вы заходите ко мне на канал, подписываетесь, поддерживаете меня. У меня есть группа ВКонтакте, есть WhatsApp, мы там общаемся, в Инстаграме, позывные такие же Мила Бали. Милости прошу, заходите, смотрите, приятного просмотра. Вот это как раз моя группа ВКонтакте. И работы, которые девочки выставляли ВКонтакте. Такие разные интересные косметички здесь и по моим мастер-классам, и по другим мастер-классам. Это Crazy Quilt, подставки под горячее, сумочки всевозможные, пиццы мои любимые, аппликации, яблоки, мыши по моим МК. И по моим, и по другим видео. Ланчматы, это тыковки. Моя дочь вдохновилась и сделала свои тыковки. Это Юлечка наша из Австралии, из группы, сделала такие шарики новогодние, очень красивые украшения. Это Любовь из группы WhatsApp, такие красивые всевозможные декор новогодний сделан. Оксана из группы WhatsApp. Опять же, Юлечкины шарики новогодние делались в подарок. Вот еще ланчмат. Посмотрите, как профессионально. Из груды вот таких лоскутков, посмотрите, какие красивые получаются работы, подставки под горячее, ланчматы. Всякие красивые штучки можно заказать и поддержать в Инстаграме, либо у кого есть ссылка, я все это на экране показываю. Канал в Ютубе. Вот это подарок для дочери Юля сделала. А сейчас работы Ларисиной мамы. Лариса живет со мной в одном городе. В городе Донецке. У нее тоже есть Инстаграм, она есть в Одноклассниках. Эту вышивку делала ее мама, и она дала ей вторую жизнь. Ну, а это панно новогоднее. Лариса тоже украшала свою квартиру так красиво. Опять же, можно сделать заказ. Девочки смогут показать своим друзьям, близким наше видео и похвастаться своими работами. Возможно, кому-то понравится, точно так же, как Юлечкиной дочери, и они захотят себе такие красивые работы. Девочки, привет! Хочу показать результаты своих трудов вчерашних. Заняло у меня целый день делать вот эти сколько-то 4, 5, 6, 7, 8 штук. Просто целый день, практически не вставая. Вот поэтому они вот в такие коробочки. Потом я еще коробочку надо немножко подклеить. Вот. Сегодня я дошиваю ланчметы. Тут у меня несколько есть. Дочь попросила 6 штук, так я сижу и сделала, поставила елку. Такая у нас елка. Наверное, в этой квартире елку можно и побольше. И хочу показать вот такую вещь. Очень хорошо для подарка. Я извиняюсь, у соседей галдеж. Они уже отмечают. Да, у нас Рождество завтра, кстати. Вот, вот такая штука, берется просто стеклянная банка, складываются шарики, и между шариками вот такая вот гирлянда, она на батарейках. Очень классно для подарка, и смотрится просто тоже замечательно. Вот, вот такой репортаж из Австралии. Видите, красивые какие подставки, можно как открытка их оформить, даже котам понравились, посмотрите, какая красота. Можно как открытка оформить, можно как конверт, как косметичка новогодняя или для посуды.
Это работы Надежды из группы WhatsApp. Посмотрите, какие шикарные снежинки. Мышки, ну как же без мышек? Виктория Житомирская, посмотрите какие. Ой, а это мои мышки. Ну, то есть это не мои мышки, а очень похожи на мои. Еще какая красота, посмотрите, Наталья сделала. И мышки, и елки. Мария, чудо просто, ланчматы. Вера целые комплекты подделала на подарок близким своим на Новый год. Иринка такую красивую косметичку сделала, и мышек таких красивых сделала. Получился новогодний комплект. Это на моих мышек похоже. Розочка сделала, видите, гипюровые. Еще работы розы. Посмотрите, какие красивые ланчматы новогодние. Девочки, добрый день. Я хочу похвастаться. Вот сделала ланчмат, снежинку такую и покрыла пленкой. У меня вот здесь вот пленочка. Ну а с обратной стороны обыкновенная ткань. А здесь вот в стиле пэтчворк сделала, отстегала. Ну как отстегала, конечно, кривенько. Первый раз, ну один из первых, будем так говорить. Но покрыла пленкой. Я думаю, это удачно будет. Можно будет стереть все, не надо будет каждый раз стирать. Девчули, хочу показать, вот ланчматы новенькие сделала на зиму. Вот, вот такие, тоже сделала здесь клееночку с этой стороны, вот она. А это обшила тоже клеенкой, только купила шторку для ванны. Она белая, чисто белая, тоже непромокаемая, но клееночка тоже. И вот обшила. Получились вот такие ланчматы с двух сторон. Ну, два себе и мужу сделала на каждый день. С этой стороны просто ткань, чтобы по столу удобнее ерзала. Вот она. Так что вот такие ланчматы. Это Олечка Чеботарева, тоже похожая на мои мышки. Красота какая. Еще Виктория Житомирская, посмотрите, комплект. И сердечко, и мышки. Сапожки, пожалуйста, для подарочков вместилища. Красота какая, видите? Разные-разные мышки. Это Люба Пчелка. Это наша Люба Пчелка всякие такие красивые делает. Это Людмила. Вот ее ссылка на Инстаграм, посмотрите. Наталья. Посмотрите, Наташа, каких мышей наделала. Она вообще наделала таких шикарных мышек. Они как живые у нее. Гномики тоже. Посмотрите, какие новогодние. Масса работ, девчонки. Просто чудо. Сколько всего наделали. Вдохновили сами, вдохновили меня. Вдохновили мы друг друга все. Сколько настроения мы все друг другу подарили новогоднего. У всех все получается. Даже те, кто только начал заниматься шитьем. У нас есть девочки в группе, которые только машинки купили швейные. И уже у них такая красота начала получаться. Вот он очередной мышонок. Это большой мышь. Вот у него хвост тоже есть. Вот сбоку он такой полосатенький. Морда любопытная. Вот так он выглядит. Второй мышь. Вот он взъерошенный, весь хороший, тоже такой ушастик. Вот он, маленький мышонок. Девочки говорят, в холодильник положи, кто-нибудь увидит, испугается. Добила пушка этого. Вот он такой. Сейчас спину покажу. Хвост его такой кожаный, меховый хвостик. Лапки. Вот он такой лохматик получился. С усами. Там бровки есть чуть-чуть. Есть вот усики. Все. Девочки, хочу показать свое последнее творение. Хотела до Нового года успеть, но не успела. Накидка на хлебопечку. Сзади вот рисунки, вот они идут. Все простегано. Здесь елочка. Они, эти елочки, тут пустота идет. Как будто бы такие выпуклые получаются. Вот они. Здесь как бы снежинка сделана. Единственное мое упущение, хотела, уже сейчас подумала, что вот здесь вот надо было синенький кантик сделать, вот по кругу. Ну, даже не подумала, когда шила, а когда уже сделала, тогда подумала. Так что вот так получилось. Сейчас покажу, когда снимаешь. Вот хлебопечка. Получилась вот такая. Здесь тоже рисунок у меня
простегнуто, простегано. Здесь все. Ну и внутри там все подшито, обшито. Ну, в общем. Вот какие новогодние штучки мы уже наделали с девчонками. Это первое видео, будет еще второе видео, потому как работ очень много. И я постараюсь показать все, что мы за этот короткий промежуток времени сделали. Буквально за 2 недели перед Новым годом мы успели наделать столько много красоты для себя и для своих близких. Мы все это делаем сообща, делимся друг с другом своими идеями, своим вдохновением, своими какими-то наработками. Любую из этих работ девчонки теперь могут повторить. Вот такая у нас красота получается у всех. Поэтому будет еще одно видео. Жду вас у себя на канале. Надеюсь, вам понравилось видео. Возможно, вы даже вдохновились какими-то работами моих друзей и сами захотите что-то сделать. Буду рада. Пишите, показывайте ссылки, показывайте картинки. Всех люблю, целую, обнимаю. Всех еще раз с Новым годом. Всем пока.